У некоторых особо любопытных жителей Николаева могут возникнуть вопросы. А что было на месте города во времена Османской империи, которой принадлежали эти земли несколько столетий? Есть ли в Николаевском тексте отзвук текста турецкого? Ответ на них мы находим в одной очень интересной книге, которая называется «Анналы турецкой истории». Ее автором является Мустафа Найма. Земли, на которых находится современный Николаев и его окрестности, в те далекие времена входили в состав Силистрийско-Очаковского эйолета или губернии. Эта губерния получила свое название, потому что ее центрами были город Силистрия, он находится в Румынии, и Очаков. Так получилось, что Силистрия и Очаков время от времени менялись местами. То есть одно время один город был административным центром, другое время другой. Ну, это довольно сложная история. Очаков в те времена, когда Найма пишет свою хронику, был уже достаточно мощной крепостью. В этой крепости располагались войска, и был очень серьезный флот, и все эти вооруженные силы использовались для того, чтобы контролировать выход из Днепробугского лимана. Турки называли Очаков Ози. Название это поясняется тем, что в лиман впадала река Ози-Су, то есть Днепр. Упоминается в хронике и река Южный Буг. Турки называли ее Аксу, да, в переводе из турецкого языка «белая вода». Ну, вот здесь на нашей карте мы видим, что вода действительно белая, но на самом деле мы знаем, что воды в Южном Буге бурые. И вот под 3 ноября 1614 года мы читаем, что румелийский белербей Ахмед Паша, то есть по-нашему это был руководитель Османской государственной администрации или губернатор, получает приказ построить крепости на обоих берегах Южного Буга, потому что Аксу, Південний Буг, да, для козацких розбійників слугував проходом у Молдавию. Но ему не удалось завершить этот замысел, потому что помешала самая обычная безхозяйственность. Мы читаем, ничего готово не было, бо в повноважении готувати деревину та боєприпаси знехтували своими обов'язками. И вот Ахмед Паша вынужден писать в Стамбул, да, просить начальство отменить приказ. И здесь мы как раз находим первые свидетельства о том, как происходит борьба степи и города, о чем мы еще будем говорить в наших следующих передачах. Вот что он пишет. «Ті степи нескінченні та широкі. Вони обертаються пусткою довжиною в 20 днів їзди. Землі їхні сухі та неплідні. Вижити тут неможливо». Ну, очевидно, этот крик души был услышан в Стамбуле, и приказ отменили. В османские времена земли, на которых располагается современная Николаевщина, турки использовали для перемещения войска с запада на восток и с востока на запад. Отсюда они также поставляли рабов и разные товары в Крым и дальше в Стамбул. А еще больше Найма пишет о казаках, о этих замечательных людях, которые жили здесь, и он их представляет настоящими хозяевами степи. Но еще больше внимания он уделяет им как очень смелым и очень опасным воинам. Народ казаков, что сдавна чаївся у місцинах, званих Сорокомишем, виходив из білої води, як називало річку Озі, на чайках у море, грабував та плюндрував його побережжя. Чувствується, що османський хроніст очень боїться казаків.
Но в то же время он их очень уважает как достойных и сильных соперников. Схватки турок с казаками Мустафа Найма и называет джихадом. То есть для него это священная война с неверными. Для того, чтобы назвать казаков, он даже использует специальное слово «безбородьки». Потому что вот казаки, они брили бороды. И удивительно, что вот отсутствие бороды может вызывать такой страх у врага. Ну, и вообще Мустафа Найма пытается создать образ казака-разбойника с большой буквы «К» и с большой буквы «Р». Мустафа Найма был прекрасным стилистом. И иногда возникает ощущение, что он просто смакует подробности, когда описывает казацкие казни. В одном из мест его хроники мы читаем, что произошло морское сражение, и флот турок победил флот казаков, и многие из них попали в плен. Вот по поводу победы было устроено грандиозное празднование. Частью этого празднования было массовое побоище побежденных. Мы читаем, что многие из турок, которые участвовали в этой церемонии, собственноручно расстреливали стрелами казаков. Другие забивали казаков, да, кидали их на землю и потом топтали слонами. А потом появились азабы. Это такая османская морская пехота. Вот эти азабы вешали несчастных казаков на крюки и разрубали их напополам. Яркими красками описывает Мустафа Найма морскую битву казаков с турками возле Кара Хармана. 43 галеры двигались морем, и тут наступает штиль. 21 галера отстает, и казаки решили на них напасть. Исламский люд начинает молиться Аллаху, и происходит чудо. Начинает дуть ветер, и турки начинают побеждать. Вітер із силою потрощив галерами отих зрозумілих недовірків. Умить більшість з них поперверталася, і багато недовірків, що були всередині, потонули, а тих, хто залишився живий, розкидало по плесові. Плач і стогін до небес линули, плесо кріпцію обогрілося. У підсумку з 350 чайок заледве 30 спромоглися втекти до берега, а решта згасла. Тільки чайки не тонули, оскільки на їхньому фальшборті було примотано оберемки зв'язаною шкірою очерету. Тож, хоча їх і затопило, прокляці ввели бій, занурений у воду по саму шию. Ще не бачено народу, який би зрівнявся з козацьким племенем такою собачою впертістю. По свидетельству Мустафи Найми, казаки не менее мастерски воевали и на суше. Они брали города, быстро осваивали тактику сухопутных операций, владели огнестрельным оружием и артиллерией. Конечно, османский хронист не объективен. Он превозносит своих и демонизирует чужих. Но в целом картина, изображенная им, верна. И что же нам напоминает о турецком тексте в городе Николаеве? А вот этот маленький, высохший турецкий фонтан в Яхт-клубе, о котором мы с Юрием говорили в нашем предыдущем цикле. Если верить дате, на нем написано, он был создан в 1792 году, то есть уже тогда, когда турки были отсюда изгнаны, а земли завоеваны Российской империей. Я думаю, что не турки его поставили, а новые хозяева этой земли. А потом их предки его осушили и старательно вытерли весь турецкий текст. А он был. Мустафа Найма тому свидетель. Вчитываясь в строки старой османской хроники, четко понимаешь, что земли, на которых сейчас стоит Николаев, никогда не были пустым, ждущим русского завоевателя диким полем.
а были территории, которая жила напряженной, драматической жизнью, конечно, военной, но не только. Казаки и турки бились друг с другом, но и учились друг у друга. Они всегда были зоной активных контактов разных цивилизаций. И Николаеву не стоит об этом забывать. Тебя обниму, город мой, как ты прекрасен во мраке. Прижимаюсь щекой и никак не пойму твои вечные тайные знаки. О, это пыль площадей, силуэты людей, твоих жителей видели разные. Улицы праздные прячут по норам подвалов тени смешных ритуалов. На булыжном одре спит безумная ночь, а в костре горят дневные печали. И белье во дворе, словно птица, не прочь улететь, но крылья устали. Слышен цокот копыт, а шлагбаум закрыт. Время позднее, осенью ржавою, дым над державою. И как ни в чем не бывало, сотни пустых пьедесталов. Стене проступает кино обо мне, каким я даже и не был. Я увижу во сне все, что было давно и ушло не в землю, но в небо. На ступенях своих город пишет мне стих, зашифрованный кованым островом. Над полуостровом, как вавилонская башня, символ победы вчерашней.